Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание, очередное занятие кружка любителей гегельской диалектики. Мы продвигаемся уже к третьей книге «Науки логики. Учение о понятии». Причем мы, сначала мы рассматривали так, как это поставлено у Гегеля, потом мы стали рассматривать с точки зрения материалистического понимания и материалистического чтения. Но, тем не менее, мы вот пришли к такому разделу, который хочешь так его понимай, хочешь так понимай, он очень сложный. Вот. Мы обратили внимание в прошлый раз на то, как состоялся переход от понятия к суждению. Для этого надо было уяснить себе, что единичное и особенное, и всеобщее – это не какие-то три объекта, и не какие-то три предмета, и не какие-то три отдельных понятия, а это тотальность. Что значит тотальность? Ну, у нас это слово как-то испорчено, можно сказать, в словесном обращении в общественно-политической, экономической жизни. Total. Вот, допустим, у вас, если у вас четыре колеса, и пятое колесо еще сзади прицеплено, это значит тотальность. То есть вы готовы к большой поездке. А если у вас три колеса, то это нет у вас целого. Нет целого. Total означает или целое, или все. Все есть, все, что надо. Поэтому, когда говорят о тотальности, то это значит, это единое целое. Почему единое целое? А потому что разделение уже было. А когда было разделение на нечто иное и границу? Учение о бытии. Очень давно. Поэтому если кто-то начнет здесь разделять на вот три какие-то разные части, на три совершенно разные понятия, это Гегель называет возвращение в сферу наличного бытия. То есть вот туда, куда не надо. Мы вместо движения вперед падаем назад. Дальше. Если речь идет о том, что вот мы прошли с вами рефлексию, отражение, то в рефлексии мы увидели там и основание, и основанное. Да? Мы там увидели закон, явление, пары. Действительность как выражение, как такое закономерное, которое находится прямо на поверхности. То есть мы, всякие видели вещи, которые связаны, которые выражают сущность. И, скажем, например, такие вещи говорить, как некоторые товарищи неграмотные в науке логики говорят, что идет становление сущности. Становление сущности не идет. Почему? Потому что становление – это категория наличного бытия. Если речь пошла о становлении, значит, мы скатились в самое начало – и говорим о переходе ничто в бытие. Поэтому, скажем, применять категорию становления к тому, что вот у нас становление, место становления, было становление сущности коммунизма, а потом пошло становление сущности капитализма, совершенно неверно, потому что вот когда речь идет о другом бытии, там и другая сущность, и она меняется на противоположную. Она немедленно там переходит одна в другую, а она переходит в свою противоположность. Переход в противоположность – это не только в обществе, это и людей касается отдельных. Вот был человек порядочный в целом. У каждого порядочного человека есть недостатки. Недостатки – это его отрицание. Правильно? Вот. А вот если эти недостатки перевешивают, и это вот отрицание становится важнее и определяющим, и главным, и основным, то тогда можно сказать, что это негодяй или подлец. Но у него есть целый ряд замечательных, хороших качеств, которые пускаются в ход для того, чтобы втереться к нормальным людям в доверие. И вот, скажем, если вы возьмете и откроете Уголовный кодекс Российской Федерации, раздел «В чем состоит мошенничество?». Мошенничество состоит в злоупотреблении доверием. Приходит такой человек, вроде бы совершенно порядочный, вполне позитивный, на вид, хорошо одетый, хорошими манерами, а
Потом он уходит, и у вас после его разговоров и общения с ним нету 15 или 20, а может быть и 100 тысяч рублей, если они у вас есть. Поэтому защита от них в том, чтобы не иметь так много денег. Вот об этом сейчас думает современное государство буржуазии, чтобы все трудящиеся были защищены от больших ограблений, потому что оно небольшие суммы не дает. Поэтому страдать могут сильно только миллиардеры и миллионеры. Вот, поэтому аналогия вообще есть худший вид рассуждений. Здесь надо все время идти вперед. И вот если вы попытаетесь понимать вот то, что здесь написано, как обычно бывает в книжках, там, потому что написано, что за этим идет вот это, а за вот этим идет вот то и так далее, то здесь непонятно, почему вот за этой категорией идет другая, а почему третья, а почему? Непонятно. Потому что вот эти названия, которые вы видите у суждений, мы сегодня поставили темой «Виды суждений». Виды суждений, наверное, сумеем мы сегодня разобрать только суждение наличного бытия. И вот как только мы дошли до видов суждений, то мы должны вспомнить не что было перед этим, а что было перед этим с самого начала. А с самого начала, между прочим, было бытие, а после бытия была сфера сущности, которая в целом есть отрицание сферы бытия. Хотя в этой сфере сущности тоже уже появилось бытие. А когда появилось бытие в сфере сущности? Кто скажет? Когда бытие появилось в сфере сущности? В конце. Нет, не в самом конце. Оно, можно сказать, ближе к началу появилось. Так, тогда, когда речь пошла о чем? О том, что противоречие идет ко дну, гэцу, грунде. Так? И тогда вот это то, что теперь противоречие, которое ушло на дно, оно является основанием. Основанием для чего? Для основанного. А вот это основанное на основании есть что? Бытие. А? Наличное бытие. Ну, здравствуйте, приехали. Вы нас забросили обратно, опять назад. Это восстановленное через сущность бытие. Восстановленное молоко пили? Не пили восстановленное молоко? Да вы только его и пьете. Вот до чего пропаганда дошла. Да. Восстановленность через сущность бытия. У нас молочных продуктов гораздо больше, чем молока, а молочных коров у нас все меньше и меньше. Так, восстановленность через сущность бытия. То есть вот это мы должны понимать, что, так сказать, что происходило до этого момента. Логически, что происходило. Поэтому тогда мы можем понять, почему вот называется сначала, смотрите как, вот если сейчас начнем листать просто, суждение наличного бытия. То есть, раз, это ведь учение о понятии, а учение о понятии – это отрицание отрицания. Первое отрицание был переход бытия ничто. В сущность. Нет, это бытие в ничто, это правильно. А в целом, после учения о бытии еще идет какое учение? После учения о бытии идет учение о сущности. Правильно? А после учения о сущности идет что? Учение о понятии. Поэтому вот, значит, вот мы здесь находимся как бы в этом магнитном поле, поскольку учение о понятии – это не какая-то третья книжка, которая пишется совершенно самостоятельно, а которая пишется на основе предыдущих двух. На основе того, что произошло еще одно отрицание. И вся сфера сущности подвергнута отрицанию. А раз подвергнута отрицанию сфера сущности, значит, вы возвращаетесь, как бы возвращаетесь снова в сферу наличного бытия. Но где вы возвращаетесь? Ну, в самом понятии вы возвращаетесь. Никуда вы туда уже не можете вернуться. А вы в сфере понятия начинаете использовать
то движение и те категории, которые были в сфере бытия. Потому что здесь у вас, потому что понятие – это как бы отрицание бытия. А раз это отрицание бытия, это как бы возврат в бытие, но уже в сфере сущности. Раз в сфере сущности, значит, мы можем те категории, названия использовать уже для этого, но только это не будет наличное бытие, будет суждение наличного бытия. А потом будет суждение, посмотрите, что за ним пойдет. За суждением наличного бытия пойдет суждение чего? Рефлексии. А что является сферой рефлексии? Рефлексия в какой книге? Сущности. Во второй, да. Учение о сущности. Рефлексия. Поэтому суждение рефлексии. Теперь скажите, пожалуйста, какое будет третье название? Должно быть. Если это отрицание, то значит возвращение. То есть как бы возвращаемся к тому же, но на новом уровне. Но уже в понятии мы обращаемся к этому. И поэтому, когда мы пролистаем дальше, то мы увидим с вами. Вот здесь есть суждение необходимости. То есть, что такое суждение необходимости? Ну, это вот то, что уже соответствует до... Вы уже добрались по существу до учения о понятии. И вот тогда до суждения понятия. А суждение необходимости еще относится к тому, что напоминает нам, что было в сфере рефлексии. Так. Вот теперь... То есть надо понять, что вот если у других классификаторов суждений, у всех других, кроме Гегеля, а кто как хочет, то так их классифицирует. Дескать, давайте вот этот туда поместим, так назовем. А почему так? Какая связь? Где движение среди этих самих суждений? Вот это движение, оно воспроизводит, раз это отрицание, то это же имеет место... Раз это отрицание, возвращение к бытию. Но где к возвращению к бытию? В сфере сущности, а не то, что на самом деле мы к бытию вернулись. Раз возвращение к бытию в сфере сущности, вот в сфере сущности мы и видим, как это все повторяется. Ну, как, например, у детей повторяется то, что у родителей есть. Повторяются какие-то черты, правильно? Хотя они совсем не такие. Так. Ну вот это мы посмотрели сам принцип. Сам принцип классификации суждений связан с пониманием того, где мы находимся. С пониманием того, что мы находимся в сфере отрицания. Что мы, у нас был бытие, потом было отрицание бытия, сущность. А теперь отрицание этой сущности, то есть отрицание. И возвращение тем самым к бытию. Но какому уровню возвращения? На уровне, на котором мы находимся. Как бы возвращение. То есть поэтому это похоже становится на то, как это было в сфере бытия, но уже в сфере сущности. Ну вот, скажем, можно было бы сказать, или как говорят материалисты, да, что вот познание состоит в том, чтобы пересадить в голову то, что есть в жизни. Правильно? Познание материи в чем? Это та же самая материя, только у вас в голове. А если у вас в голове не та же самая материя, то вы не познали ту материю, которую познавали. Поэтому здесь получается, даже если мы будем брать вот эту субъективность, так как у Гегеля, то все равно тут материалистичность уже проглядывает. Уже в том, что раз он берет понятие как отрицание, как отрицание, двойное отрицание бытия, то это значит возвращение к бытию. Это значит понятие отражает бытие. А не бытие отражает понятие. Никак не может получиться, что бытие отражает понятие. Хотя вот Гегель идеалист, но что тут отражает? Бытие отражает понятие или понятие отражает бытие? Понятие отражает бытие. Потому что сначала идет бытие и это самое, и бытие и сущность, вот эта объективная логика, это самый большой по размеру даже раздел.
Да? Это первый том. И вот я еще раз хочу подчеркнуть, что в 1937-39 годах, когда впервые издавалось собрание сочинений Гегеля, то оно было издано так, как Гегель его издал. Первый том учения о... Первый том «Объективная логика», что включает учение о бытии и учение о сущности. А второй том учение... О сущности, я понимаю. Нет, второй том. Не путайте том и книгу. А второй том – это субъективная логика. Субъективная логика. Значит, вот то издание, которое у нас с вами в руках, которое под моей редакцией, вот, и которое мы очень обязаны товарищам, которые нам помогли, и в смысле организации, печати, всего этого дела. Так вот, оно сделано так же, как было. Кстати, напечатано в том же самом месте, где печаталась «Наука логики» в 1936-1939 году. Чехов, Московская область, город Чехов, улица Полиграфистов, дом 1. И вот это издание тоже сделано так, как в собрании сочинений Гегеля. Первый том «Объективная логика», второй том «Субъективная логика». Вот скажите, пожалуйста, если Гегель был бы идеалист во всем последовательном, ну, надо начать было, наверное, с субъективной, а потом перейти к объективной. Как-то так сделать. А он это все оставил за рамками науки логики. У него, конечно, там в других работах говорится абсолютные идеи и так далее. Она там в начале. А здесь-то она где? В конце. Здесь она в конце. Поэтому можно сказать так, что в учении о понятии проступает все то, проступает в понятии все то, что было в учении о бытии. Вот. А в некоторых изданиях проступает вот эта уже книга. Потому что если вы... Недавно я получил сообщение о том, что в Казахстане издали вот эту нашу книгу, только обложка другая. В Казахстане. Я сообщил товарищу Ломову, который нам помогал. Он говорит, ну хорошо, значит, распространяет. Пусть распространяет. Так. На русском издали? А? На русском. На русском. Ну, с этой книги-то. Вот перепечатка, но перепечатка, которая сделана так, без ссылки. Вы ж видели ваш перевод на подсеке. Ну, что делать? Так. Ну, мы, я должен сказать, что если автор хочет, или автор издательства хочет, чтобы никто не имел права перепечатать, он ставит букву «С». А мы вовсе не хотим никому... Перепечатывайте миллиардами. В чем проблема? Что только нам только печатают? Пусть печатают. Так. Как мы с вами осуществили переход от вот этой идеи о том, что всеобщее, особенно единичное, это тотальность? То есть нету отдельно... И общего нет особенного, нет отдельных единиц, это все разговор об одном. Ну, как, например, есть человек, есть человечество, есть русские, есть вот Мордовин Валерий Александрович. Мордовин Валерий Александрович, он и человек, и человек, и русский, и содержит в себе и всеобщее, и особенное. И это относится и к любому другому человеку. Правильно? Поэтому нету трех человек каких-то особых, а есть один, ну вот, ну как вот и един в трех лицах, как про Бога говорили, да? Отец Сын, Отец Святой Дух. Отец Сын и Святой Дух. Поэтому это так и перекочевало, можно сказать, в свое время. Или, можно сказать, оно проявило себя даже там, где в сфере веры. Или там, вот мы хотим изучить бенгальских тигров. Есть тигры, это всеобщее. Так,
При этом, значит, мы имеем в виду конкретно у бенгальского тигра, там, где он есть. И вот мы берем не вообще тигров, а бенгальских тигров. И, наконец, мы берем конкретного тигра. Так вот, этот конкретный тигр, он и бенгальский, и тигр вообще. Правильно? То есть не бывает, чтобы было единичное без всеобщего. А всеобщее без единичного тоже не может быть. Какое всеобщее, если нет никаких, нету в продаже яблок, нету никаких. Какое тут ни всеобщее, ни особенного, ни единичного, если их нету. А если есть, тогда только этот вопрос и встает. А раз так, то мы пришли с вами к выводу, я тут немножко повторяю итоги нашего прежнего занятия, что, следовательно, единичное есть всеобщее, можно так сказать? Ну, если конкретно яблоко, так оно и яблоко. Так? Если товарищ Лазарев конкретный, то он же и человек. А не так, что вот тут Лазарев, а тут человек. Так не бывает. Так нельзя распилить, разделить, никак. Поэтому остается только написать. Субъект есть предикат. Вот когда мы так написали, под субъектом имеется в виду некоторые... единичное, а под предикатом всеобщее. И вот мы получаем с вами суждение. То есть суждение прямо вытекает из правильного понимания того, что такое, вот, что такое, как соотносится всеобщее, особенно единичное. Если мы правильно это понимаем, то никак не может быть так, чтобы мы не могли такого сказать, что вот какое-то единичное яблоко, оно же есть и всеобщее яблоко, обязательно. Или какой-то конкретный человек, он не можем сказать, что он, ну, он не человек. Как не человек? Нет, он Иванов, но не человек. Но если он не человек, то он и не Иванов. То, может быть, человек, может, вы собаку назвали Иванов. Если, потому что если он не человек, то уж точно он не Иванов. Это шутка тогда. А виды суждений как будут строиться? Ну, опять же, имеем дело сейчас с отрицанием отрицания, то есть как бы с возвращением к тому движению, которое было в сфере наличного бытия, то в сфере наличного бытия с чего все начинается? С наличного бытия. Правильно? Вот с наличного, поэтому и суждение тоже здесь начинается, с того, чего начинаются все более простые категории сферы бытия. Вот вам, пожалуйста, первое, что вам предлагается для рассмотрения суждения наличного бытия. Нас должно это удивить, как материалистов? Вот вас не удивляет это совершенно, я чувствую. И вас не удивляет, да? Что мы начинаем суждение наличного бытия. Почему? Потому что мы, если бы у нас было отрицание бытия, а у нас не отрицание бытия, а у нас отрицание бытия, то есть возвращение к бытию. Но где возвращение? Это в сфере понятия. И поэтому суждение будет, первое суждение, которое мы будем рассматривать, есть суждение наличного бытия. Сразу Гегель предупреждает, что нельзя говорить «А есть Б». Это, так сказать, не тот язык, который нужен для рассмотрения суждений. Не какой-то «А» и «Б» — это вообще непонятно что. Потому что вот когда мы говорим о субъекте, мы берем некоторую единичность. Ну, есть эта связка, а предикат – это то, что о нем говорится, об этом субъекте. Иванов есть слесарь. Ну, это что значит? Что мы берем, скажем, Иванова, а он мог быть и слесарем, и токарем, и пекарем, и мало ли кем он мог быть. Вот, то есть берется некое всеобщее, потому что слесарей много, пекарей тоже много. Правильно? Субъект есть предикат. Вот что ближайшим образом говорится на странице 53. Высказывается в суждении. Но так как предикат не должен быть тем, что представляет собой субъект, то получается противоречие, обратите внимание. Вот когда мы говорим «субъект есть предикат», хочется это понимать, как в математике «А равно Б». Нет, это не как в математике. «А не равно тут Б». Субъект – это… он написано, что субъект есть предикат, но они не тождественны.
Или можно сказать тождественное, если иметь в виду, что тождество есть тождество различного, а не тождественное именно в этом смысле, в диалектическом. Если человек прошел сферу сущности и усвоил, что только что другого тождества, как тождества различного, не бывает, он не должен удивляться, что здесь стоит и есть, и что вот одно прямо отождествляется, а как вот вы отождествляете субъект и предикат? Вот вы отождествляете данное конкретное яблоко, красное яблоко, как сейчас пишут, ничего другого не могли придумать. Уже названия не помнят, никаких нет пород. И написано «красное яблоко», «желтое яблоко», в магазинах «пятерочка». Субъект есть предикат. Ну хорошо, хоть и оно и красное яблоко, но все равно яблоко. Или доведут его до того, что оно красным останется, а яблоко уже не будет. Это тоже можно довести до этого. Так. Вот что ближайшим образом высказывается в суждении. Но так как предикат не должен быть тем, что представляет собой субъект, это же разные все-таки понятия, субъект и предикат, то получается противоречие. С одной стороны, субъект есть предикат, а с другой стороны, за этим скрывается, что субъект не есть предикат. Но все согласны, что вот конкретное яблоко, которое я держу в руках и откусил от него, оно не, это не вообще яблоко, а вот это именно яблоко. Поэтому оно, с одной стороны, яблоко, конечно, как все другие яблоки, а с другой стороны, оно именно это яблоко, вот именно то, которое я держу, именно то, которое я сейчас съем. А вот те, которые остальные яблоки, которые тоже яблоки, и которые, как говорится, под это понятие всеобщего подпадают, они не будут съедены. Вот, получается противоречие, и вот... Казалось бы, мы не ожидали, что вот здесь, когда речь пойдет о суждениях, пойдет речь о противоречии. А противоречие прямо в суждении сидит. В любом суждении есть противоречие. Ну, как можно было сказать, вот товарищ Лазарев, он человек. Вроде как на этом поставить точку, и хорошо. Нет же эти беспокойные диалектики, они не дают спокоя. Они скажут, ну он же не вообще человек, а он же Лазарев. Значит, он не просто человек, а вот Лазарев. Значит, надо принять во внимание и другое. А если вы не приняли во внимание другое, вы не взяли как раз то, что характеризует данного человека, правильно? А данный человек не заслуживает разве того, чтобы относились к нему и вообще как к представителю человеческого рода. И нам не важно, кто вы, что вы, как вы, чему вы учились, какие у вас качества, способности, мысли и так далее. Нам это не важно, нам важно, что вы человек, и все, больше ничего нам не надо. А раз так, то вы можете идти в парикмахерскую, мы вас пострижем. И все, потому что все люди, ну есть лысые люди, вот, так сказать, их они в этом смысле не подходят для парикмахерских. Тогда они особенные, они всеобщие. То есть, оставаясь всеобщим, они, тем не менее, особенные, им нечего ходить. И посмотрите на классиков марксизма, явно они вот под это дело, под хождение в парикмахерскую не подпадают. Вы вернулись. Может быть, деньги экономили. И может, что экономить. Да. Как все? Тот, кто наэкономил, нам же как объясняют, кто наэкономил, тот становится миллиардером. Субъект есть предикат. Вот что ближайшим образом высказывается в суждении. Но так как предикат не должен быть тем, что представляет собой субъект, то получается противоречие, которое должно быть разрешено. Все противоречия разрешаются, правильно? Разрешено. Должно перейти в некоторый результат. В какой результат? Но вернее будет сказать, что так как в себе и для себя субъект и предикат составляют тотальность понятия, вот она, целостность понятия, а в суждении есть реальность понятия, то поступательное движение суждения есть лишь развитие. То есть поступательное движение суждения состоит не в том, что вы от него перешли к другому суждению, а оно просто развивается. А что такое развитие? Движение низшего к высшему, простого к сложному, а не переход какой-то, скачок. Вот, скачок может быть в развитии, но не обязательно. В нем уже имеется то, что в нем обнаруживается. И доказательство есть постольку лишь показывание,
Дескать, вы еще просто этого не видите. Мы сейчас вам покажем, и вы осознаете, что вы перед собой имеете. Рефлексия как полагание того, что в крайних терминах суждение уже имеется налицо. А что значит налицо? Налицо – это наличное бытие. А вы не должны останавливаться на том, что оно имеется налицо на самом деле. Это же второе отрицание, поэтому здесь это, нету этого наличного бытия. Вы не запрещено возвращаться назад совсем. Вы можете опираться на то, что вы это отрицали. Это в памяти как бы логически заложено. Но это не возвращаете так, что вы раз и оказались в сфере наличного бытия. Вы там не оказались. Но эта сфера наличного бытия содержится в понятии. Содержится в понятии, потому что понятие – это отрицание сущности, а сущность – отрицание наличного бытия или бытия. Суждение, каково оно непосредственно, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Ведь смотрите, как написано. Суждение не просто есть суждение наличного бытия. Тогда получалась бы такая фраза всеобщая ко всему, что все суждения – это суждение наличного бытия. Нет. Суждение, каково оно непосредственно, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Это ближайшим. А кроме ближайшего есть не, так сказать, более далекое, еще более далекое. И вот дальше он и сказать, на этой странице, на странице 53, все то, что он будет разворачивать, вот это суждение, он рассказывает честно и откровенно с самого начала, обнаруживает весь план действий своих. То есть как бы максимально делает то, что нужно для облегчения понимания. Он вам сейчас расскажет, что он будет дальше рассказывать. А дальше он говорит так, как качественное. Да, сначала вот еще раз вернемся к первому. Суждение, каково оно непосредственно есть ближайшим образом суждения наличного бытия, его субъект есть непосредственно некоторое абстрактное. Ну почему абстрактное? Потому что вы вырвали, берете субъект один. Поэтому оно есть некоторым образом. Непосредственно. Сначала оно берется как абстрактное. Непосредственно. Сущее единичное. Абстрактное, сущее единичное. А что такое сущее? Непосредственно. Да, то, что есть непосредственно. Вот и это и есть. Сущее единичное. Не такое единичное, которое прошло какой-то путь, а сущее, непосредственно единичное. А предикат – некоторая непосредственная определенность. Тоже непосредственная. Тоже сущее, да? Но про определенность сущее не говорят. Некоторая непосредственная определенность. Или определенность, мы знаем, что определенность есть отрицание. Поэтому, несмотря на эту всякую связку, которая есть, которая говорит, субъект есть предикат, но если это определенность, так определенность всегда отрицание того, определенностью чего она является. Правильно? Ну вот я вижу, что Сергей Викторович на меня смотрит из-за камеры, а у него черные волосы, темные волосы. Но Сергей Викторович не темные волосы. Сергей Викторович – светлая голова. Видите разницу? Темные волосы. Как можно поставить вопрос? Темные волосы скрывают светлую голову. Да. О как. О как. Валерий Александрович, красиво. Темные волосы покрывают светлую голову. Красота. Не зря проректор Красного университета. Не зря. Он не просто проректор. Он еще староста кружка вот это. Это он тут должен демонстрировать класс время от времени, чтобы не забывали, кто тут староста. Молодец. Да. Он передвигает, он может взять и передвинуть лекции, как некоторые горы передвигают. А это тоже лекции передвинуть, это сложно бывает. Чтобы все было нормально и все работало, и работает уже сколько лет много. Так, дальше пошли так, как... Так вот, первое мы зафиксировали, значит, первое – это будет суждение наличного бытия. Второе – так как это качественное в субъекте и предикате снимает себя, ну почему оно снимает себя? Ну как оно не может не снимать? Будет снимать. Когда вы начнете его разбирать, когда начнете разглядывать, то вы увидите его отрицание. Потому что всякое движение состоит и в том числе и в отрицании того, что было. Все развитие состоит в отрицании того состояния, которое было, и переходит к другому состоянию. Правильно?
Так вот, так как это качественное в субъекте предикате снимает себя, то определение одного ближайшим образом светится в другом. А что значит светится в другом? Что значит свет? Откуда свет? Ну, имеется в виду, светится в другом, отражается. Имеется вот эта вот формулировка светится, имеется в виду, ну, можно написать научное слово рефлектируется в другом. А рефлектируется будет то же самое, только на манер иностранного языка, иностранный русский язык, рефлексия. Имеется, вот светится, это отражается. Да. Светится, то есть в другом, то есть отражается. Ну, например, вот тот же самый Валерий Александрович, о чем была речь, он у меня в глазах отражается. Вы же изучали, как устроено. На сетчатке находится. Он у меня в нем бытие, здесь. Мы как-то на этом не акцентируем внимание, но на самом деле все, кто вдруг на кого-то смотрит, это значит, он его перемещает. Откуда? С того места, где человек сидит, и туда, на сетчатку. Так мало того, что он творит с человеком, он же еще его переворачивает. Вы в курсе дела, что он тут у вас кверх ногами? И что там, так сказать, вот в таких учебниках или книжечках по занимательной физике рассказывают, что если взять очки, которые все переворачивают специально, и походить в них недельку, то все будет, вы видеть будете нормально. А когда снимете очки, у вас будет все перевернуто. Вот, так что светится в другом. Очень хорошее слово. Таким образом, а раз светится, отражается, таким образом суждение есть во-вторых, суждение рефлексии. Не говорится о том, что вот сначала было суждение, одни были суждения, суждения я наличного бытия, а потом будут суждения рефлексии. Нет, говорится о движении суждения как такового. Посмотрите, таким образом суждение есть во-вторых. Не второе суждение, а суждение во-вторых, суждение рефлексии. То есть мы сначала суждение берем как суждение наличного бытия, а потом додумываемся до того, что оно суждение рефлексии. Когда мы раз одно в другом светится, значит, мы уже можем его назвать суждением рефлексии. Пойдем дальше. Но это скорее внешнее синтезирование. Переходит в существенное тождество некоторой субстанциальной необходимой связи. То есть не просто вот, значит, вот у Сергея Викторовича, у Валерия Александровича темные волосы, а у них и светлые головы, и того, и у другого. У них какая-то субстанциальная связь глубинная, необходимая. Вы, случайно, не состоите в одной партии? Ну, вот видно тогда. Я думаю, откуда такие светлые глаза, ясные мысли? Это члены Рабочей партии России демонстрируют. Так. Таким образом, суждение есть в-третьих, суждение необходимости. А некоторые эту необходимость не понимают, откуда она берется. Так одно дело – это случайным образом вот, связь, а другое дело – необходимая связь. Вот как вы думаете, члены одной партии находятся в случайной связи или в необходимой связи? В случайной связи другие находятся, и субъекты. Это другое совсем. Так, в-четвертых нас уже удивляет. Как-то так, вроде все время триада, вдруг в-четвертых. Что тут может быть? В-четвертых, так как в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то есть содержание у них единое на самом деле, а это стало формой различия, то суждение становится субъективным. Оно содержит в себе противоположность понятия и его реальности, их сравнение. Это суждение понятия. Это выступление понятия обосновывает переход суждения в умозаключение. Вот мы и поняли, почему четвертое. Потому что тут обосновывается переход суждения в умозаключение. То есть тут останавливаются на связке, и эта связка, которая как бы была все время пассивной, субъект есть, предикат есть. А что за связка? Связка тоже тут есть. Ее, так сказать, более конкретно разбирают, эту связку. Эта связка тогда разделяется на сразу целых два высказывания. И тогда получается, что вот, скажем, роза есть
растения, растениями можно отопить печь, следовательно, розой можно отопить печь. Вот это уже умозаключение. Не шибко умное такое умозаключение, но, наверное, так и бывает с теми розами, которые засохли, которые не удалось продать. Все равно их срезали. Они уже не те розы, которые являются... Хотя их и называют живыми цветами, но живые цветы на грядках, а не на рынке. Как могу быть живые цветы там? Это уже умирающие цветы. Вот эти умирающие цветы продают. А если что-то не удалось продать, особенно это видно весной, когда идет вербное воскресенье, вот вербы продают, воскресенье закончилось, а никому не нужны вообще эти вербы. И вот я видел в районе церкви, которая недалеко от Выборгского шоссе, там трамвайные пути заброшены просто этими самыми букетами этих верб, которые были выброшены сразу на следующий день. Или вечером того дня, когда их вовсю продавали. Теперь они... А это раньше был источник дохода очень хороший. И это выступление понятия обосновывает переход суждения в умозаключение. Что мы с вами в итоге разобрали? Мы с вами разобрали путь нашего дальнейшего движения. Правильно? Вот. Мы никому не обязывались быстро бежать. Потому что можно быстро бежать, можно споткнуться и упасть, особенно когда касается науки логики. Мы это обстоятельно разбираем. Вот. И мы сейчас пойдем разбирать, что мы будем разбирать. Раз 1, 2, 3, 4 здесь, я насчитал, начнем один разбирать. Правильно? Что мы будем разбирать? Суждение наличного бытия. И вот стоит на странице 54 буква А. Суждение наличного бытия. Я, как вот руководитель кружка, вижу свою миссию в том, чтобы облегчить понимание. Облегчить. И хочу честно признаться, что самое главное средство понимать надо несколько раз прочитать. Ну, когда вот четвертый раз читаешь, что-то начинает проясняться. Причем то, потом кажется, что это же очевидно, это ясно. Как я до этого не мог додуматься. Но это не сразу все заметишь. Тут уже заметишь. Надо читать с карандашом в руках. Как говорил Маркс, книги «Мои рабы». Обязательно подчеркивает, отмечает, пишет и так далее. В субъективном суждении стремятся видеть один и тот же предмет двояким образом. Интересная мысль. Один и тот же предмет двояким образом. И как единичное, и как всеобщее. Правильно? Во-первых, в его единичной действительности, и во-вторых, в его существенном тождестве или в его понятии. Это единичное, возведенное в свою всеобщность. Ну, не так, что у тебя я ем яблоко, меня спрашивают, что вы едите? Я могу сказать, что я ем вот это конкретное яблоко, вот это. А я ему другое отвечаю, я ем яблоко. То есть я ем не вот это яблоко, а я ем то, что является яблоком, то есть всеобщим. Что таких много, и ты можешь пойти купить и тоже есть. А нечего спрашивать. Иди покупай, тоже будешь есть яблоко. Неважно, какое яблоко ты купишь. Желтое, зеленое, красное, большое, маленькое. Такого сорта ранет или, так сказать, антоновку. А у тебя тоже будет яблоко. То есть мы двояко рассматриваем один и тот же предмет в его единичной действительности. Это звонит человек, который еще не знает, что как каждый второй и четвертый вторник проходит занятие кружка по науке логики. Это конкретное его. Это определенность. Так. Это единичное, возведенное в свою всеобщность. Вот, приятно чувствовать, что вы человек, а не просто вот конкретный какой-то. Можно, конечно, так вообще мы знаем, что человек это животное общественное, трудящееся, да, говорящее и разумное. Хорошо же. Вот. А не просто вот
Вот, да, вы какой-то, какой-то субъект. Такой каждому, значит, индивидуальному субъекту суждение присваивает звание человека. Не звание этого человека, а звание человека. А человек звучит гордо. Правильно? В этом смысл суждения. Вот я вам докладываю, что каждый, кто присутствует на этом кружке, и каждый, кто смотрит занятие этого кружка, человек. Это звучит гордо. Узнал млекопитающим. А? Млекопитающим. А это вы можете потом досказывать уже. Потом мы же высоко летаем, чего же мы будем так млекопитающие? Млекопитающие — это женщины у нас. Так. Это единичное, возведенное в свою всеобщность, или, раз вы возвели во всеобщность, или что то же самое, всеобщее сделано единичным. Вот я сначала вас возвел в ранг человека, и все согласились с этим. А теперь человека довели до конкретного человека. Обратный ход вот здесь написано. Смотрите. Или что то же самое, всеобщее сделано единичным. Ну что у нас человека? Человек, нету человека вообще, есть какие-то конкретные люди, правильно? Мы о ком будем говорить? О человеке вообще? Вот когда все для человека, все во имя человека. Кто видел этого человека? Расскажите мне, кто этот человек? Что мы вообще это во имя человека, все для блага человека. Его никто не видел. А? Его никто не видел. Почему, может быть? Этого человека. Во имя кого? Да. Поэтому, вот, например, Ленин, когда формулировал задачу производства или цель социалистического производства в программе партии, том 38, полного собрания сочинений, приложение, потому что это как бы текст не самого, то есть текст Ленина как субъекта, как единичного, но он принят съездом, поскольку он находится в программе, и тогда это уже документ съезда, тогда это уже позиция партии. А раз позиции партии, ее нельзя ставить в текст прямо так вот, как на какую-то страницу. Надо ее и в подготовительный материал нельзя, потому что там проект был, программа, а куда поставить? В приложение. То есть кто автор? Кто автор программы партии второй? Ну, съезд. Партия. Партия автор своей программы. Вот. И вот там говорится о том, что целью социалистического производства является обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, всех. Вот она, всеобщность-то. А не человека. А не человека какого-то. Коммунизм – это лучшая жизнь для человека. А лучшая жизнь – это материальные и духовные блага для человека. Обозначился стратегический поворот к интересам человека. Сейчас ищут того человека. Разница. А звучало бы, да, вот так вот, всестороннее развитие человека. Да. Сейчас мы выйдем, я думаю, мы пока идем до метро, встретим этого человека. Может быть, а может быть и не встретим. Так, суждение, а вот теперь смотрите, что получается, что то же самое всеобщее сделано единичным, перешедшее в свою действительность. Если всеобщее делается единичным, вот как язык, это же всеобщее, правда? Все слова языка, они все носят всеобщий характер, и они миллиарды, они уже, так сказать, прежде чем появились эти вот слова, прошло много-много лет, когда, так сказать, материя развилась до человека. И вот теперь, если вы берете вот это общее, сделанное единичным, то у вас получается соответствие понятия объекту. Или объекта понятия. Вот он и пишет. Всеобщее сделано единичным, перешедшее в свою действительность. Суждение есть таким образом истина. Не вот конкретное суждение истина, а суждение по форме своей есть истина. Потому что оно показывает связь между тем каким-то конкретным и общим. А? Что такое истина? Соответствие, понятие. Объекту. Ну вот, вот вы объект берете, единичный, и вот у вас понятие, вот вам соответствие и имеет место жить. А вот не знаю, как вы, но вот я когда первый раз считал, мне такие мысли в голову не приходили. Ну есть какие-то понятия, есть какие-то виды суждений, надо запомнить, как они называются.
А там видно будет. А вот соответствие понятия реальности это совсем неправильно будет, надо сказать. А? Ну, лучше, конечно, объекту. Почему реальности? Потому что реальность у нас есть категория реальности. Это какая категория? Ну, это наличное бытие. Ну, так это реальность, это определение, это бытие или отрицание? Нет, это бытие, это не отрицание. Реальность? А. Это позитивная форма, но уже чего? Определенность. А определенность есть отрицание. Вот вы отрицание берете и в форме бытия, и в форме отрицания. То есть это отрицание взятое в форме бытия, но все-таки не само бытие. Поэтому можно так сказать, и часто говорят реальность. Зачем вам не нравится бытие? Зачем вам реальность? Зачем вам надо тащить куда-то еще реальность, когда здесь прямо можно говорить соответствие понятия бытию, ну, понятия сознания, вот бытию. Но можно сказать и реальности, если это иметь в виду. Вот он, пожалуйста, Гегель, вам говорит, истина. Ибо оно есть согласие понятия и реальности. Вот видите, вот так и написано. Пожалуйста, можно и так говорить. А дальше что мы считаем? Но не таков характер суждения с самого начала. А с самого начала не так обстоит дело. Это мы должны до этого добраться. Что вроде так мы это, к этим выводам приходим, но эти выводы должны быть выведены. Они у нас получены путем размышлений. Они должны быть выведены. Ибо сначала оно непосредственно. Суждение сначала непосредственно, а что оно непосредственно? Субъект есть предикат, вот и все. Вот что такое оно сначала. Поскольку в нем еще не получилось рефлексии и движения определений, то есть мы должны его обдумать. Потому что если пока мы его не обдумаем, тогда это, пока не будет движения мыслей, то эти вот категории как категории себя не проявили. Потому что они вообще нужны для чего? Для движения, так сказать, мыслей в нашей голове. А если они в нашей голове никакого движения не будет по поводу вот того, что мы глядим, то сами по себе категории не мыслят. Сами по себе ни единичные с всеобщим не будет никак соединяться, ни через какое есть. Что эта троица не соберется вместе, и эта троица ничего не выразит. Для этого нужен человек, который это или, с одной стороны, читает, а еще и разбирает и понимает. Потому что читать это не проблема. Читать можно научить очень быстро. И звук будет совершенно четко воспроизводить, вот как у нас есть автоматы, которые читают книги, пожалуйста. Аудиокниги есть? Есть. Там все, они все читают. И что, они шибко умные? Да вообще они дураки, эти автоматы. Они ничего не читают, там никакого ума нет. И вот они, так сказать, звуки преобразовывают, то, вернее, они вот текст преобразовывают в звуки и все соответствующие слова. Так, не таков характер суждения с самого начала, ибо сначала оно непосредственно, поскольку в нем еще не получилось рефлексии и движения определений. А рефлексия, то есть вы еще не сопоставили одно с другим, не успели. Это непосредственно сделает первое суждение суждением наличного бытия. Вот он объясняет, почему так называется. Ну, потому что вы вот начали только первое. Первое суждение, так а что вы первое, о чем может быть самое первое? Первое что? О том, что, а то, что раз оно первое, то оно есть. Ну и возвращаемся. Вот мы и называем суждением наличного бытия, которое можно также назвать качественным суждением. Потому что качество – это определенность, которая берется как положительное, правильно? Как бытие. Определенность, взятая изолировано само по себе, как бытие, называется качеством. Вот. Поэтому можно сказать и качественным суждением. Однако лишь постольку, поскольку качество не только принадлежит к определенности бытия, но также включает в себя и абстрактную всеобщность. Так, почему? Потому что это суждение. Это же не просто бытие, а это же суждение, оно включает в себя абстрактную всеобщность, которая равным образом имеет в силу своей простоты форму непосредственности. Форму непосредственности. Суждение наличного бытия написано далее. Есть также и суждение присущности, Дерен Хернц, так как непосредственность есть его определение. Присущность? Да. Что ему присуще?
А в различии субъекты, а почему при сущности? Можно говорить про суждение такими словами, которые напоминают учение о сущности? Можно, потому что мы в сфере понятия находимся. При сущности это мы как бы, так сказать, обращаем внимание на то, что связано это с бытием, что оно не внешним образом каким-то получено, а это определенность этого наличного бытия. Не, хочу вам напомнить, из сферы наличного бытия налично сущее. Не слышали такое? Определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. Вот вам вот и налично сущее. В этом смысле при сущности, не в смысле существования, а в смысле вот как раз хлеба насущного, который хлеб насущный — это не тот, который в магазине. Если у вас нет денег, то он для вас не хлеб. И вообще он несъедобен. Вообще он несъедобен, потому что никто вам не даст его съесть. А насущный хлеб, он вот он. У нас, вот он у вас перед вами, вы можете его откусить и есть. Хлеб насущный. Вот поэтому налично сущее. Это налично сущее, это не где-то там есть, где-то есть в каких-то там закромах у кого-то. У кого-то есть, всегда что-то есть. У человека. Что? У того человека. У того есть. Да. О нем даже на съезде говорили. У нас есть люди, у которых все есть. Так. И вот после этого, посмотрите, как построено у Гегеля. А после этого, ну, все сделано для удобства изучающих. Потом идет А, положительное суждение. Даже сразу хочется сказать, что Б ведь будет какое? А? Отрицательное суждение. Смотрите, 58. Вон какой мы листаем здорово. А дальше какое будет? Положительное отрицание какое будет? Бесконечное суждение. Бессмысленное. Раз бесконечное, это переход куда? К суждению рефлексии. Ну вот обратите внимание, что мы сегодня рассмотрели с вами за время, отведенное для кружка, один час, рассмотрели страницу 53 и страницу 54 не полностью. Да. А насколько емкие? Ну это вы так понимаете, а другие скажут, что мы неспособный народ. Сидели, столько народу сидят с умным видом, некоторые в очках, вот так хотят показать, что они такие. Умные. Да. И никак не могут, включать, и руководители не могут добраться до содержания. Вот. Так что мы тему нам придется сказать какую? Одну. Суждение наличного бытия. И вот, видимо, дальше вам придется самим изучать, что написано про это наличие суждения наличного бытия. Не так много тут страниц, смотрите, сколько. Вот, до суждения рефлексии. Смотрите, страница 55-65. Вот мы договорились с президентом, товарищем Путиным, чтобы он освободил вам время. И он освободил вам время, чтобы вы не говорили, что у вас нет времени это вот сделать. До следующего занятия. Никак уже отвернуться от этого нет. Там же не объясняется, по какой причине вот появились выходные. Ну, вот есть такие обстоятельства, которые другим вот не объяснишь, что это быстрее никак не изучить. Вот так что. Спасибо Путину и вам. Да. И вам тоже спасибо. Давайте. Разрешите эти аплодисменты отнести к Гегелю. Так, ну вот теперь давайте еще раз напомним, когда у нас следующее занятие. Тем более, что сейчас уже просматривается, когда у нас следующее занятие. 11-го. Вот видите, как только закончится, вот эти дни пройдут, и все, 11 числа, 11 мая мы с вами встречаемся, занимаемся. И потом 25-го. И это последнее занятие, да? Да. Нормально? Все, успеваем?
И потом 25-го, 11-го, 18-го, 25-го последнее занятие в этом году учебном. А почему последнее? Ну, чтобы растянуть, чтобы у нас жизнь была все время такой праздничной, наполненной, насыщенной диалектикой. У нас не было ни одного месяца, тогда, когда идут занятия, без занятий. Так что, а отдых, который бывает летом и зимой, он для того, чтобы подготовиться самостоятельно. Это же кружок, он же не должен, мы же не считаем за слушателей, а слушатели сами разбираются. А что такое отдых? Смена деятельности? Нет. Что, вчера били, а после этого... Сегодня, а тебе, а нет, вчера пили, а сегодня бьют. Так. Спасибо. Когда мы рассматривали наличное бытие, мы говорим, оно есть. Ой, спасибо. Это вот суждение и есть. Конечно. Конечно. Мы уже пользовались. Мы суждениями пользовались, но сами суждения не рассматривали. Я могу ножом пользоваться, а рассматриваю курицу, которую режу. А нож не рассматриваю, а могу рассматривать нож, а курица меня вообще не интересует, я разрезал и выбросил. Так вот, это называется абстрагирование. От чего будем абстрагироваться? От курицы. От курицы. От курицы не хочется абстрагироваться. Сейчас я буду абстрагироваться от микрофона. Спасибо большое.